Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас ежедневный расклад. Карта дня, 23 мая. Сегодня у нас суббота. Первый расклад у меня будет по знакам зодиака. Затем будет расклад из трех вариантов для тех, кто любит выбирать интуитивно. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь моими видео. Давайте помогать друг другу развиваться. Овен. Карта дня говорит, что сегодня вас ждут перемены. Может быть, вам сегодня предоставится что-то необычное. Вот если в последнее время вас что-то мучило или беспокоило, то сегодня вы сможете расслабиться. От вас уже ничего не зависит. Все, что вы могли сделать, вы уже это сделали. Все, что вы могли сказать, вы сказали. Теперь вам остается только ждать, каким окажется результат. Но не забывайте, даже если ваш вопрос решится не так, как вы ожидали, вы все равно почувствуете облегчение. И, скорее всего, даже в будущем вы сумеете извлечь из этого пользу. Телец. Здесь у нас старший аркан колесница. Смотрите, как карта дня. Старший аркан говорит, что не ситуация будет управлять вами сегодня, а вы управлять ей. Любое, даже самое трудное дело, за которое вы сегодня возьметесь, будет вам по плечу. Карта дня говорит, что вы сумеете проявить такие качества, как предусмотрительность, целеустремленность, организованность. И благодаря им сегодня вы сумеете добиться успеха в любом для вас деле, а также продвинуться вперед. Но еще карта говорит, возможно, сегодня будет очень много поездок, переездов, передвижений. Может быть, кто-то отправится в командировку по делам. Может быть, просто в рамках своего города будете очень много перемещаться. У кого-то здесь может стать вопрос с автомобилем, ремонт, ТО, покупка-продажа автомобиля. Но карта говорит, что у вас все получится, поэтому действуйте. Близнецы. Ну, если меня мужчины смотрят, карта показывает вас. Может быть, вы сегодня будете принимать какие-то важные решения, брать у кого-то консультацию, может быть, сами будете кого-то консультировать. Еще карта говорит, если сегодня вы будете принимать какое-то решение, или это для того, чтобы принять это решение, у вас возникнет с кем-то спор, конфликт, здесь вам нужно воспользоваться, ну, конечно, своим обаянием, чего у вас не отнять, проявить свой ум, проявить свои знания, доводы, аргументы, и тогда у вас есть шанс победить, доказать свою точку зрения, и решение будет принято в вашу сторону. Ну, а если вам кому-то, если эта карта показывает не вас, это может быть представитель власти, там, где носят форму, оружие. Может быть, вам нужно будет обращаться сегодня к чиновнику, может быть, к пожарным, к полицейским, к юристам, к адвокатам. Получать у них консультацию, может быть, какие-то знания. Еще эта карта может показывать преподавателя. Ну, то есть, карта говорит, или вы сами сегодня будете решать какие-то вопросы, или для вас важен будет вот такой человек. Да, еще если у вас есть карантин и у вас нет пропуска, сегодня лучше останьтесь дома, потому что можете вот столкнуться с представителем власти. Ну, или будут неприятности, а тут можно и на штраф нарваться. Поэтому будьте аккуратнее. Раки. Здесь у нас старший аркан император. Ну, смотрите, опять, если карта показывает вас, даже несмотря на то, что кто меня смотрит, женщины, мужчины, карта дня говорит, что сегодня вы можете ощутить себя хозяином положения, хозяином ситуации. Даже если не все дела будут идти гладко, у вас все равно будет достаточно сил, возможностей, чтобы держать все под своим контролем. Если у вас сегодня возникнет необходимость отстаивать перед кем-то свои права, то карта дня говорит о том, что вам удастся выйти победителем. Возможно, вам удастся это сделать, даже не вступая в открытый конфликт. Просто благодаря весомым доказательствам, аргументам, ну и своему дару убеждения, который у вас сегодня будет очень даже силен. Львы. Опять у нас много общения, опять фигурные карты. Здесь у вас король пентаклей. Смотрите, карта говорит о том, что сегодня вам предоставятся отличные возможности для того, чтобы разбогатеть.
ну или, по крайней мере, значительно улучшить свое материальное положение. Вот чтобы в вашей жизни произошли положительные сдвиги, вам сегодня всего лишь не нужно портить отношения с людьми, от которых зависит ваше процветание. Ну, в первую очередь, это может быть ваш начальник, то есть это человек, который находится выше вас по рангу. Сегодня вы можете почувствовать с его стороны благосклонность к вам, поэтому не упустите сегодня свой шанс воспользоваться этим удачным моментом. Ну, не знаю, вы можете сегодня, может быть, человек вам обещал давно повысить зарплату. Вы сегодня подойдете, и ваш вопрос будет решен. Или будет намечаться какая-то новая должность, может быть, чуть повыше. И опять же карта говорит, подойдите, поговорите, есть шанс занять эту должность с хорошей зарплатой. Но еще, может быть, это человек, к которому вы сегодня будете обращаться. Это может быть богатый бизнесмен, человек, который занимается, может быть, в финансовой сфере, в сфере инвестиций, недвижимости. Или это крупный чиновник, который связан с сельским хозяйством. Возможно, вы этого человека должны заинтересовать финансово. Может быть, это человек, к которому вы обратитесь за покровительством, за спонсорством. Да, он может оказать вам помощь, поддержку, если поймет, что он на вас заработает. Вот если вы его заинтересуете, тогда вы получите от него помощь. Поэтому действуйте. Сегодня у вас большие шансы или заработать, или заручиться поддержкой такого богатого человека. Да, для женщин здесь может быть, если вы в поиске, здесь может быть знакомство, но король Пентаклей – это человек женатый. И, как правило, это люди очень редко уходят из семей, потому что они очень долго создавали свою империю. Они долго копили свое богатство, и потом с кем-то делиться – нет. Поэтому подумайте, стоит ли начинать. Ну, решать вам. Девы. Ну, здесь у нас девятка пентаклей. Вы знаете, девятка пентаклей – это карта сбора урожая. Человек долго над чем-то трудился и сейчас начинает получать плоды своих трудов. И как карта дня, она говорит, что сегодня день создан только для вас. Для вас одной или одного. Сегодня все непременно сложится к лучшему. Поэтому посвятите этот день себе, своим маленьким, а может даже и не маленьким, прихотям, удовольствием. Займитесь сегодня шопингом, не знаю, пойдите в салон красоты, ну, не знаю, откроются ли рестораны, сходите, закажите себе столик в ресторане. Ну, съездите хотя бы на прогулку, на природу, или туда, куда вы давно хотели съездить. То есть вам сегодня обязательно нужно побаловать себя чем-то. Вы это реально заслужили. Потому что сегодня, скорее всего, вы получите какие-то приятные новости, связанные с деньгами, и они помогут вам, ну, не стесняться в тратах. Поэтому побалуйте себя сегодня. Сделайте себе приятный подарок, потому что вы сегодня можете добиться какого-то очень большого успеха, ну и финансового благополучия. Весы. Здесь у нас старший аркан правосудия. Смотрите, как карта дня, она говорит, что сегодня вам нужно жить по законам, по божеским законам и по мирским законам, государственным. Вы сегодня не должны нарушать правила дорожного движения. Если у вас карантин и нет пропуска, то лучше никуда сегодня не ездите. Вот вы знаете, 10 человек проедут, а вас поймают. Вам сегодня лег такой аркан. Поэтому вам сегодня нужно соблюдать закон. Еще карта может говорить, все-таки у нас сегодня суббота. Да, может быть, кто-то сейчас участвует в судебных делах, и решение будет принято в вашу сторону. Но сегодня у нас суббота, поэтому смотрите, если вам сегодня нужно будет принять какое-то очень важное решение, вам нужно будет, вот у нее весы в руках, да, сбалансированные, вам нужно будет учесть все плюсы и минусы, выбрать оптимальный вариант, оптимальный путь для решения или для реализации того, вот в чем вы сегодня будете принимать. Это важное для вас решение. Для кого-то еще карта говорит, возможно, как выходной день, вам сегодня нужно заняться образованием, получением каких-то знаний, информации, чему-то обучиться, то есть восполнить те пробелы, которые, ну, возможно, у кого-то есть, которые помогут вам в бизнесе, в работе, ну, также, может быть, в карьере.
Ну и вообще, по старшему аркану справедливость, вам сегодня нужно соблюдать баланс во всем. Постараться, чтобы эти весы остались в равновесии. Если вы сегодня будете втянуты в какой-то спор, даже, может быть, в конфликт, и вас, как бы, знаете, попросят, ну рассуди нас, да, вот вам нужно будет именно принять ту сторону, которая права, а не то, кто вам нравится, кто не нравится. И постараться этот конфликт привести к компромиссу. Как бы разрешить этот конфликт, разрешить этот спор. Хорошо. Скорпионы. Ой, здесь у нас паж кубков. Вы знаете, как карта дня, она может говорить о том, что вам сегодня предстоит узнать или освоить что-то новое, интересное. И это обязательно доставит вам радость. Возможно, вы сегодня посетите место, в котором вы еще не были. Может быть, кто-то пойдет на выставку, или кто-то посмотрит фильм, кто-то заведет новое знакомство. Еще карта говорит о том, что сегодня вы можете получить новые познания, навыки или опыт в каком-то вопросе. Может быть, к вам прилетят какие-то новости, ну, скорее всего, приятные по пажу кубков. Здесь вы можете получить признание в любви, комплименты. Но в любом случае, карта дня говорит о том, что вы полны сейчас творческой энергии и желания познавать мир. А значит, скучать сегодня вам не придется. Хорошо, стрельцы. Старший аркан повешенный. Вот он у нас выпадает, практически уже у всех выпал. Смотрите, повешенный говорит о том, что кто-то или что-то сегодня будет испытывать ваше терпение. Если вы сегодня планировали какие-то важные дела, то карта дня говорит вам, лучше отложите их на завтра или на послезавтра. Сегодня постоянно будет вам что-то мешать. Будут какие-то преграды, препоны. То есть, если вы собираетесь куда-то поехать, ну, не знаю, можете пробить колесо, попасть в пробку. То есть, вот постоянно будет что-то вам сегодня мешать. Поэтому, конечно, прислушиваться нет, это ваше дело. Но, как карта дня, она говорит, лучше сегодня не планируйте ничего. Или побудьте дома, в кругу родных и близких, или делайте те дела повседневные, которые не будут требовать от вас решения важных вопросов. Просто сегодня не ваш день. А если вам нужно будет принять сегодня важное решение, то карта дня говорит, если оно терпит, сегодня ничего не предпринимайте. Еще раз обдумайте, убедитесь, что оно верное, и тогда уже его принимайте. Но опять же, может быть, не сегодня. Козероги. Тоже старший аркан. Здесь у нас колесо фортуны. Как карта дня, она говорит, что сегодня у вас появится возможность начать что-то заново и с новыми силами. У вас могут появиться новые интересы, могут завязаться сегодня новые интересные знакомства. Вообще, эта карта говорит, что, возможно, сегодня у вас начнется новый этап в жизни. Если вы сегодня поймете, что какие-то события надвигаются на вас неумолимо, то дайте им произойти, не сопротивляйтесь им. Потому что бывают дни, когда мы должны покориться неизбежному. Мы должны понимать, что для чего-то в нашей жизни происходят эти изменения, к лучшему или к худшему. Если к худшему, то очевидно для того, чтобы мы получили какой-то урок, получили опыт, преодолевали какие-то трудности. Потому что когда жизнь не меняется, то она может превратиться просто в болото. Но по колесу фортуны, как правило, она говорит, в дальнейшем вы поймете, что все обернется для вас к лучшему. Потому что любое событие, которое происходит в нашей жизни, у него есть смысл. Оно нам для чего-то дается. Даже если сейчас, вот сегодня, он от вас будет скрыт. Водолеи. Старший аркан дьявол. Вы знаете, сегодня кто-то или что-то будет вас искушать или соблазнять. Искушение может быть связано с желанием нарушить какой-то запрет. Ну, например, у вас карантин, у вас нельзя передвигаться, а вам сегодня захочется куда-то поехать. Или вы на диете, и вам захочется сегодня скушать кусочек торта. Или вы бросили курить, а вам захочется сегодня выкурить сигаретку, выпить рюмочку, если вы завязали. Еще здесь может быть искушение обмана, манипуляции людьми в своих интересах. Да. Дьявол нам это предлагает очень легко, но он за это потом с нас спрашивает. Здесь еще может быть соблазн не только кем-то поманипулировать или обмануть. Здесь может быть соблазн связан с лицом противоположного пола. Вам нужно посмотреть на эту карту.
Здесь люди не свободны. Они у этого дьявола сидят на цепях. И вам, как совет, да, эта карта говорит, прежде чем поддаться вот на это искушение или соблазн, обязательно продумайте последствия вот этого нарушения. Они могут быть для вас отнюдь не безобидны. Поэтому будьте аккуратней. Дьявол, он коварен. Рыбы. Старший аркан отшельник. Карта дня говорит, что сегодня рыбам будет комфортнее внутри себя, но ни в коем разе не во внешнем мире. Карта говорит, что сегодня именно период покоя, собранности, возможно, перед шагом во что-то новое. У вас сейчас процесс вопрошания. То есть человек берет паузу, отстраняется от ситуации, от проекта, от привязанностей, вообще от внешнего мира. Ему нужно найти ответы глубоко внутри себя. Потому что мы понимаем, что все ответы есть у нас. Может быть, вы сегодня захотите прочувствовать свои настоящие желания, проверить, действительно ли те цели и мечты, которые вы загадали, соответствуют вашим именно желаниям, а не чьим-то. Иногда человек берет паузу для того, чтобы понять, нужна ли ему эта работа, что значит для него отношения, что значит для него деньги. Да, иногда очень хорошо побыть отшельником. Конечно, внешний мир может требовать от вас выполнения каких-то других обязанностей, но пару-тройку часов вы себе посвятить сегодня можете. Поэтому карта дня говорит, что вот это вопрошание, этот поиск поможет вам трезво оценить ситуацию и принять по-настоящему мудрое решение. Но еще одно значение этой карты – это человек, который уже очень много знает. Но тут в первую очередь очень много у него житейского опыта. Может быть, к вам сегодня, если меня смотрят люди взрослого поколения, может быть, к вам кто-то сегодня придет за консультацией, за помощью, за советом. Может быть, ваши дети, внуки. Ну и карта говорит, что, скорее всего, по отшельнику вы дадите человеку очень даже правильный совет, полагаясь на свой опыт, на свои знания. Да, и еще тут одно значение по отшельнику. Возможно, вот эта пауза и это вопрошание у вас связано с тем, что есть какая-то ситуация, и полностью вот вся истина, ну, есть что-то, что вам еще как бы скрыто от вас. И карта говорит, что ответ для вас будет тогда, когда вы будете готовы его получить, его обрести. А сейчас от вас еще пока будет это скрыто. Вот такой у меня получился расклад на 23 мая. Я желаю вам хорошего дня. Берегите себя. До свидания. Здравствуйте, друзья. У нас ежедневный расклад. Карта дня 23 мая. Для тех, кто любит выбирать из вариантов. Давайте посмотрим, что приготовил нам этот день. Сегодня у нас суббота, 23 мая. Для зрителей этого видео, для тех, кто любит выбирать из вариантов. Первый вариант. Ох, у меня тут две карты. Ладно. Значит, так должно быть. Второй вариант и третий вариант. Выбирайте, пожалуйста, вашу карту. Хорошо, давайте начнем с первого варианта. У меня здесь две карты. Здесь у нас десятка мечей и королева жезлов. Ну, мне не очень понятно. Конечно, я сейчас ее уточню. Смотрите, здесь, если меня смотрят женщины, здесь может быть окончание вашего проекта, вашего бизнеса. А для кого-то здесь может быть окончание отношений. Ну, тут вот что-то связано с королевой. Давайте я уточню, потому что не очень мне понятно. Девятка мечей. Да, уж уточнили. Ну, здесь просится еще одна карта. Старший аркан сила. Уходят страхи, уходят переживания, и приходит в вашу жизнь сила. Вам нужно брать жизнь в свои руки, выходить вот из этого состояния. У вас и силы, и энергии хватит. У нас королева жезлов тоже очень энергичная дама. Она может справиться с любой задачей, не прибегая ни к чьей помощи. То есть, если меня смотрит женщина, неважно, какой вы масти,
Вам карта говорит, что вот десятка мечей, девятка мечей и сила. Вам карты говорят, что вам нужно сейчас начинать менять свою жизнь. Вам по королеве жезлов нужно брать свою жизнь в свои руки. Это женщина, которая может, ну, своротить любые горы. Ей вообще, у нее вообще нет препятствий. Она где надо и рискнет. Но по десятке и по девятке здесь у вас что-то очень сложное было. И ложится старший аркан сила. Это когда мы... Это карта борьбы. Но по девятке и по десятке, я бы сказала, это вам в первую очередь нужно победить самого себя или саму себя. Это именно справиться с собственными страхами, комплексами, преодолеть свои ограничения, самоограничения, выходить из состояния депрессии, что «ой, у меня все плохо», из состояния жалости к себе и брать свою жизнь в свои руки. И вы знаете, по силе у вас все получится. Вам и энергии, и сил хватит. Даже если меня смотрят мужчины, конечно, здесь больше акцент на женщин. Вам просто сейчас нужно набраться смелости, вот смелость, найти в силы жить дальше, идти дальше своим путем, проявить настойчивость, упорство. Да, может быть, были какие-то ожидания, долгие ожидания. Что-то очень долго тянулось, никак не могло разрешаться. Но сейчас вам нужно действовать. У вас все получится. Вам сил хватит, энергии хватит. Вы можете не только себя побороть, но и внешние обстоятельства. Поэтому вот для тех, кто выбрал первый вариант, берите жизнь в свои руки, действуйте. Вы справитесь с любой задачей сейчас. Мало того, вы еще можете за собой повести людей. Все-таки у нас королева жезлов – это лидер. Если это у вас было связано с отношениями, то карта говорит, перестаньте жалеть себя, действуйте сами. Не ждите, кто-то приедет, какой-то принц. Берите жизнь в свои руки, сами ищите. Королева жезлов, ее невозможно пропустить мимо. На нее всегда ложится взгляд. А если это связано с работой, то здесь опять может быть что-то свое. Королева жезлов у нас женщина независимая. Это свои проекты, свой бизнес. Но заниматься вам нужно, если по работе, тем, что доставляет вам радость. Если у вас такой вопрос стоит, и вы думаете, ну, мне вот это нравится делать, ну, что я могу на этом заработать? Вот вам сейчас карты говорят, что именно на этом вы и заработаете. Вы как личность здесь можете реализоваться. Ну, слишком много сказала для карты дня. Поэтому действуйте, силы, энергии вам хватит. Справиться с любой задачей, будь то отношения, будь то работа. Второй вариант. Здесь карта исполнения желания. Или у вас сегодня исполнится ваше самое заветное желание, или вы сегодня просто прекрасно будете проводить время. Может быть, поедете куда-то за город, к родным, к друзьям. Может, куда-то соберетесь, пойдете вместе гулять, проводить прекрасное время. Поэтому день сегодня будет для вас очень хороший, позитивный, приятный. Или вы поедете куда-то в то место, где вам нравится. Или вы встретитесь с людьми, с которыми вам приятно проводить время. Поэтому наслаждайтесь этим днем. Ну, а у кого-то, как я сказала, может исполниться какое-то заветное желание. Хорошо, третий вариант. Здесь у вас четверка пентаклей. Вы знаете, как карта дня, она говорит, что сегодня что-то сможет вас порадовать. То есть вы сегодня будете полностью удовлетворены течением своих дел, особенно все, что связано с финансами. Здесь может быть получение заманчивого предложения, контракта, может быть встреча с обеспеченным человеком, ну и какие-то другие интересные перспективы, которые в будущем сулят вам процветание и успех. Поэтому карта дня вам говорит, обратите внимание на какие-то возможности, которые сегодня вам предоставит судьба. И вы знаете, еще она говорит, вы сегодня можете углубиться в какие-то домашние житейские проблемы и вот именно пропустить какие-то возможности, которые сегодня вам выпадут. Иногда вот нам кто-то звонит, и что-то предлагает, да, а мы вот в этой суете говорим, да ладно, ерунда какая-то. А вот именно вот эта ерунда сегодня, которая вам поступит, она реально вам может помочь или заработать, ну вот как-то повлиять на ваши финансы. Поэтому сегодня будьте очень внимательны, не пропустите этот очень удачный шанс. Они редко нам выпадают, но мы, как правило, до того все загружены повседневными делами, что мы на это не обращаем внимания. Как говорится, не прощелкайте сегодня. Вот такой у меня расклад получился на 23 мая. Я желаю вам хорошего дня, удачи вам, берегите себя. До свидания.